Всем добрый день. Продолжаем рассматривать примеры задач информатики 2. Ну и на данный момент следующая у нас задача. Ну, здесь основная ее цель — это показать, чем отличается параметр переменная от параметра значения при описании там процедуры в программах. Так, ну давайте начнем. Как обычно, заголовка. Так, ничего нового здесь нету. Дальше нам понадобятся переменные, например, А и Б. Пусть они будут целочисленные. Так, дальше нам понадобится процедура. Так и назовем удвоение. Так, ну и А1 сделаем мы параметр значения. Так, а параметр переменной сделаем B1 для того, чтобы показать основные их отличия. Так. Дальше пишем тело. Так, и тело процедуры. Так, ну и записываем то, что нам понадобится. Понадобится нам удвоение. Записываем так. Так, и записываем. Так. Без разницы. Главное, результат тот же самый. Так, здесь при помощи стандартной процедуры вывода выведем данное значение на экран. Так, расширение ставить не будем. Так, чтобы не сливались, сливаем несколько пробелов. Так, здесь B1 поставим. Так, и закрываем. Так, и чтобы нам не путать, здесь напишем про процедуре. Вот так напишем. То есть было в процедуре. Так, ну и... Давайте здесь сразу же создадим значение, не будем их ловить, что это известно. Можно было в виде констант задать. 5-7. Так. Опять произведем те же самые действия. Вернее, не произведем, а... Так, и вывод. Все на процедуре. Вывод в основной программе. Так, а здесь программы. Так, ну и давайте проверим, чем отличается параметр значения от параметр переменной. Так, запускаем. А, да. Есть еще ошибки. Вставляем. Прикопируем. Ну и вот мы увидели результат. То есть, когда у нас используется параметр значения, если внутри подпрограммы этот параметр значения увеличивается,
добавился, то выходя из под программы, то есть результат забывается и берется то значение, которое передано под программу, то есть 5. Как было 5, так и выводится 5. В отличие от параметра переменной, здесь отсылается значение, дальше оно вычисляется, удваивается и обратно передается в программу уже заполненной любой. Вот основные отличия параметра значения от параметра перемен при описании формальных параметров процедур и функций. Так, это вот основной этап мы сделали. Сейчас следующий этап. Сюда начинаем Excel. Единственное, сразу же хочу сказать, что тут не получится так сделать. Поэтому перейдем на хитрость. Так. А равно B равно. Так, здесь поставим, значит, 5, 7, 2. Так, чтобы стоять здесь. Так. Так, все, второй этап лабораторной работы мы сделали. Так, остался третий этап. Условия. Вставляем его. Два раза ставим. Проверим. И один раз. Так, дальше. Снимаем программу. Так, другие. 5 блоков. Опять нам понадобится две блок-схемы, основную программу и процедуру под программу. Так, проделаем. Так, сначала программу. Так, сразу же блок под программу укажем. Так, дальше. Сразу же два значения вычисляем и величины и процедуры. Так, вот. Так, конец. Так, нам процедуру. Опять начало. Так, дальше. Двоение. Здесь же было. Так, здесь же. Конец. Так, ну и опять. Начало. Так, конец. Так, опять блок.
программы или программы. Так, дальше что дальше? Ну. Так, управляем. Выводы. Это две буквы. Так, ну, здесь то же самое, как сначала. Вставляем действие. Так, они добавляем то, что нам необходимо провести. Один. Так, ну единственное, что осталось, это указывая направление выполнения программы. Здесь линейная структура. Каждый блок идет последовательно. Так, процедуры под программе. Так, сейчас немножко сохраню. Так, вот все. Ну и лучший вариант, когда уже у вас блок-схема тоже подписана, что это основная программа, а это подпрограмма процедура. Так вот, все, что нам потребовалось для лабораторной работы, то есть выполнить три этапа. Ну а четвертый — это защита по теме лабораторной работы. Так, всем удачных выполнений. До следующих видео. До свидания.